Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас из студии шоу «Подъем». Сегодня день нашей новой встречи с вами, поэтому настроение у нас с Олей просто шикарное. Надеемся, оно такое же и у вас. А если нет, то мы обязательно это исправим. Только не вздумай на себе рвать блузку, потому что у нас скоро в студии появятся гости. Будем слушать хорошую музыку, смотреть видеоролики, а ты тут рваном сидишь. Ну, как так? Нет, хотя рейтинги бы подросли. Но жена будет ревновать. Друзья, оставайтесь с нами, у нас только полезная информация, никакой воды. Все по делу, все четко. Сегодня вторник, 24 сентября, и согласно народному календарю, этот день называется «Федора, замочи хвосты». Что за такой день? Это какой-то праздник или песня из шансона, там, типа... Федора, замочи хвосты, Володик весла в лодку, сторож солью угостил, изменил походку. Как текст? Написать тебе песню? Еще одну. Ой, Лёш, отключи, пожалуйста, свою бурную фантазию. Речь всего лишь о погоде. С этого дня считалось, что наступает настоящая осень и начинаются дожди. Это очень полезная информация, но на самом-то деле я к этому отношусь философски. Пришла осень, рад за неё, что не опаздывает. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Я рад представить гостя нашей студии. Это художник Надежда Матиевская. Почему грибник вернулся из леса ни с чем? Потому что потерялся там. Что можно сделать из снега? Снежную бабу или мужика. Про что часто забывают мужчины? Про совесть. Откуда берется песок? С неба. Надежда Матиевская – одна из самых эпатажных современных белорусских художников. Дело в том, что она пишет свои картины грудью. И, как оказалось, такие работы пользуются большим спросом. Надя, привет! Рада тебя видеть у нас в студии. Привет, Надя. Привет. Ты работаешь в необычной творческой манере. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла? Ну, вообще, история началась очень-очень давно, где-то 2 года назад. Я пошла на актерские курсы. И во время актерских курсов там есть такое занятие, там, где мы друг другу давали страшные задания. Ну, такие необычные. То есть это такие актерские курсы, которые немножко выходят за рамки. Вот. И мне дали задание... Типа, облежи соседу лицо. Ну, нет, слишком легко. Слишком легко. Вот. Ну, у меня было задание потяжелее, чем облизнуть лицо. У меня было задание написать картину грудью и продать. Было очень страшно, потому что это, ну, что-то такое... Оно, типа, на время? На сколько давалось промежуток? Ну, не знаю, за два дня это надо было сделать. Вот, ну, все, я написала картину, продала, была в шоке. Ты не обманывала, что, типа, это грудью ты рисовала картину? Можно уже так, а в чем тогда смысл? Это ж интересно. Кто так никогда не делал? Ну, наоборот, попробовать в чем-то сломать новом. Себя, какие-то стеснения, замки. Просто рукой как-то, ну, это... Рукой было, каждый Володя может рукой. То есть, получается, ты нарисовала картину грудью и продала ее. И продала ее, да. Тогда а кому еще... продала? Ну, вообще, я просто подходила к людям на улице, то есть, ну, я вот нет каких-то таких... Не, я рассказала о себе, кто кисти я, показала. Что... Не, ничего не показывала. Я картину показала, потом рассказала. Вот, они, конечно, были в шоке. Кто-то там просто, ну, кто-то шутил. То есть, шуток постоянно, вот, очень много. Вот, ну, нашлись люди, которым это реально было интересно, которые в этом заинтересовались, и просто ее купили, и я такая... И все. И в итоге потом ты пришла и сказала: ребят, я нарисовала картину грудью и продала ее. Да. Что дальше? Ну, вообще, изначально это как какой-то прикол был, да? Они а потом рады нормальная за тебя. Тема, да, типа. Я такая, реально нормально. Ну, как-то меня еще, в принципе, заинтересовала, ну, живопись и так далее. То есть я, ну, какой-то... Я в детстве рисовала, но это был не очень серьезный уровень. И тут я опять притронулась к краске. Краска притронулась ко мне. Вот, и интересная коллаборация, да? Вот, я как-то, ну, заинтересовалась этим, то есть не только в плане, что там Грузия пишу картину, а еще просто как живопись. Вот. Ну, смотри, ты вот начинала с абстрактных картин, а сейчас перешла к портретам. Да, уже перешла к портретам, то есть уже... Насколько это вообще было сложно? Это было... Сколько времени тебе портрет занимает? Слово «сложно» — это даже просто ничего по сравнению с тем, насколько это просто реально тяжело. А бывает, что грудь тебя не слушается? Ну... Я думаю, что нет, не было такого. А вот вообще, ну вот реально, лицо, ну, портрет. Ну, сначала я делаю какой-то эскиз, да, то есть рукой, карандашом.
Вот. Но это тоже очень тяжело, вам скажу, учитывая, что когда ты нигде не учился, никакой академки у тебя нет, это реально очень тяжело. Вот. Ну, а и потом как уже... в пейнте, да. Заливка, да? Такое очертание, потом... Кому что? Вот. Надя, какой сейчас спрос вообще на такие картины, нарисованные, ну, нестандартным образом, скажем так? Ну, хороший спрос. Никто так не... В эфире шоу «Подъем», вы смотрите телеканал ТНТ International, и у нас сегодня в гостях художник Надежда Матиевская. Надя, скажи, пожалуйста, творчество каких классических художников тебе вот прям больше всего нравится? Я как-то больше нацелена на современное искусство, то есть... Ну, у тебя же, так понимаю, нету художественного образования. Ну, нету художественного образования, я, типа, смотрю... Ты думала, есть институт? Институт, либо нравится, либо не нравится. Нет такого. Я запоминаю, скорее, какие-то изображения, какие-то картины, что-то вот конкретное. Я не запоминаю какие-то там имена или... Ну, потому что имя можно сделать. Вот. Надя, а как отреагировали твои близкие родственники, когда узнали, каким образом ты рисуешь картину? Ну, вообще... Когда... Мама говорит, мне я не могу отстирать лифчики. Не, мама говорит, что ковры там. Я на самом деле начинала писать картины еще, я жила дома, ну, с родителями. И, конечно, да, это было проблематично. Там были не лифчики. Ну, я обычно на полу где-то там, ну, как художник, естественно, вот. Там где-то ковры, что-то там еще, там мебель какая-то. То есть это реально было очень так не очень. Поэтому я уехала от них, да. И вообще, как вот, знаете, расскажи, как это происходит? Ты сначала делаешь эскиз. Делаю эскиз, да. Сделаю эскиз, потом я какую-то цветовую гамму подбираю, которую хочу сделать. Или бывает так, что я, ну, как-то сразу так... Мама, ну, приходит ко мне, я намазываюсь. Так ты кладешь, ставишь. Есть три видео в Инстаграме на эту тему, так что если кому-то интересно, можете посмотреть, там все подробно. Вот, там без лишних слов. Вот, ну все, потом беру какие-то цвета, которые мне надо, и все, и рисую. Надя, все-таки для тех, кто не смотрел эти видео, где без лишних слов, как это происходит? Ты кладешь, ставишь холст? Я ставлю холст, да, потом, когда начинаю писать, я беру его вот так. И вот, как бы, так. А ты как, видишь, что делаешь? Ну, потом вот так смотрю, что получилось, потом опять, иногда вот так. У меня уже технику, знаешь, как эти цыгане. Ставлю холст. Тимо, такую можно ритмичную абстракцию. Не, ну, бывает, что ставлю холст, там, ну, и вижу, что надо добавить. Отхожу подальше, смотрю, что добавить, подхожу, добавляю, отхожу, смотрю опять. То есть вот так вот. Но это уже больше в конце. Ребят... Вы смотрите телеканал ТНТ International, в эфире шоу «Подъем», и у нас в гостях художник Надежда Матиевская. Надя, мы для всех своих гостей готовим небольшие задания, и вот для тебя сейчас подготовили, Оля объяснит, да. В чем суть. Это холст, не бубен, это холст. У нас есть такой потрясающий волчок, с помощью него ты будешь выбирать то, чем сегодня нарисуешь для наших подписчиков Алексея. Для Алексея? Да. Смотри, знаешь, как мы будем делать? Да, но давай. Периодически во время твоего рисования, например, волчок покажет, что ты должна нарисовать левой рукой, да? Ну, не знаю, там через две минутки я крутану еще разочек, и надо будет нарисовать, например, носом. Я добавляю сюда и грудь. Ее хоть нету, как бы. Под столом теперь. Да-да-да. Надя, ты готова? Да, готова. Пожалуйста, тогда тебе холст. Ну, я кручу, да? Давай ты, лучше пускай я фортуна. Я тренировалась. Жух. Та-дам. Рот. А чего так легко, да, должна была сказать Надя? Да. Какую красочку тебе помочь открыть? Красная, белая. Красная-белая, хорошо. Чувствую, портрет сейчас будет. Твой. Бомбяу. Серьезный. Бомбяу. Вот так, да? Да, можешь так. Ну, хочешь как-то по-другому? А что рисовать? Меня. Алексея. Тебя, да. Смотри, пол лица получилось уже. Это твоя прическа. Надя, как тебе, комфортно? Ну, с кисточкой во рту не очень. Не очень. Я думаю, что грудь лучше подходит для этого. Так давай, может быть, сменим? Ну, давай. Крути барабан. Та-дам, колени. Не вы
точный вариант. Это вот чем-то похоже на твою обычную манеру работы или по-другому? Это как-то очень необычно выглядит, да? Да, очень необычно. Ну, чувствую. Так, выберем следующий. Разрез глаз не мой, не похож. Не твой? Сейчас сделаем твой. Может быть, так. Сменим? Да, я думаю, что да, уже надоело эти колени, все это, нос. Ну, хорошо. Синюю ломать. Или какую? Да, синенькую. Синенькой еще не было. Помочь тебе поставить? Да, вот это ничего себе. Так, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ассистент. Мне кажется, для Нади вообще преград никаких нет, да? Надо носом, пожалуйста. Поменяем, может быть... Ну да. То, чем будем... Давай, крути. Левая рука. Мне кажется, Леша, это будет лучше, да, твой портрет. Лучший портрет, потом тебе отдам. Какой-то автограф оставишь? Автограф? Да. Рукой, ногой. Грудью. Грудью. Автограф грудью. Автограф давай правой рукой. Правой рукой, ну давайте. Покажи, пожалуйста, лучший мой лучший портрет. Надя, это потрясающе. Одно лицо. Теперь не только грудью, да. Носом, коленками, да? Да. Левой и правой рукой. Это просто сказка. Можно? Конечно. Спасибо. На самом деле, я только что понял, что у меня тоже неплохие навыки художника. И у дочери моей 3-летней тоже. Да. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях художник Надежда Матиевская. Надя, у нас для тебя есть еще ряд вопросов. Хорошо. Но есть одно правило. Ты должна ответить на каждый из них вот примерно за 10 секунд. Ну, такой мини-блиц. Хорошо. Ты готова? Даже если нет, да. Поехали. Можно ли себя обеспечить с помощью живописи? Да. Какое качество тебе помогает творить? Смелость. А что, наоборот, тебе мешает? Какое качество? Антоним – смелость. Угу. Трусость, наверное. Надя, как считаешь, может ли жена зарабатывать больше мужа? Да. Это хорошо? Это не хорошо, а не плохо, как есть. Гогены или Ван Гог? Ван Гог. Какую страну ты мечтаешь посетить? О, таких несколько. Назвать все? Да. Эстония, Казахстан, Израиль. Ну все, пока это из таких вот... каких-то странных моих желаний, даже как-то объяснить не могу, просто вот хочется поехать туда. Обязательно поедешь. Назови свое самое главное достижение на данный момент. Ну, то, что до сих пор не сдалась, наверное, до сих пор как бы продолжаю делать то, что мне нравится, и иду дальше. Это клево. Надя, кто твой кумир? Если есть такой. Мама. Мама? Да. Она тебя вдохновляет или... Ну, мама мне помогает, как и все мамы. То есть она меня поддерживает. Ну, такой обычный, стандартный, мне кажется, ответ. У многих такой, наверное, что... Надя, мы знаем, что у тебя для наших телезрителей есть подарок. Расскажи, пожалуйста, о нем. Ну, вообще, я очень долго-долго думала, но после этих всех раздумий я поняла, что ничего нет лучше картин, написанные коленками, носиком, чем-то там еще. Вот, так что вот для вас. То есть ты предлагаешь нашим телезрителям да. картину, которую нарисовала Надежда, своими да. руками и не только. Да, и не только. Да, именно это вот просто шедеврально. Да, я тоже думаю, современное искусство. Угу. Можно, да, конечно, держите. Аккуратнее, аккуратнее. Портрет обязательно очень осторожно. Портрет неизвестного молодого человека. Да, по имени Алексей. Ребята, а кто хочет заполучить эту... прекраснейшую картину, прям она в одном экземпляре, потому что, ну, такого запретили размножать такую картину просто большими тиражами. Вам для этого нужно подписаться на инстаграм Нади, на инстаграм нашего шоу. Когда вы увидите вот эту красоту и нас троих в кадре, вам под этим постом нужно будет оставить комментарий. Один комментарий от одного человека, и мы в скором времени случайным образом определим победителя. Надя, спасибо большое, что посетила нашу студию. Очень интересно было пообщаться, узнать про такой способ
способ вид. Рисования картин. Я залезу, посмотрю твои Конечно. Видосы. Там, где я буду ждать. Надя, спасибо большое. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале TNT International. А я рада сообщить, что к нам сегодня в гости пришел стендап-комик Макс Заяц. В виде какого животного делают мягкие игрушки? Козлики. Чей телефонный номер помнят наизусть? Пупсик Биосистема. Куда уехал цирк? Так, адрес мне оставляли, подожди, я сейчас вспомню. Максим Заяц хорошо известен белорусским любителям юмора. Он принимал участие в многочисленных телевизионных проектах, не без успеха, а также активно работает в качестве ведущего разнообразных мероприятий и вечеринок. Макс, привет! Привет. Халло-халло. Привет. Чё, как дела? Привет. Макс, расскажи, пожалуйста, как давно ты начал заниматься юмором? С чего это все? Началось. Да. Дополняет меня, во. Был далекий 2006 год. 2006 год, мне было 16 лет. Я, наверное, как и многие ребята, которые сейчас занимаются юмором, плотно в Минске начинал с КВН. У нас была своя команда, которая началась с колледжа машиностроительного. Мне кажется, машиностроительный колледж назвали колледжем, что туда еще девушки поступали, знаешь? Потом она стоит за станком и такая: я же в колледже училась. Колледж? Почему? Что не так? Почему у меня черные ногти? Вот, это было в колледже, мы начали играть там в КВН. У меня была команда, называлась «Пяжоны». Типа как «Пижоны», только с белорусским уклоном. «Пяжоны». Вот, и потом потихоньку мы начали играть в лигах, которые центральные, именно вот от АМИК, объединения Александр Масляков и компания. Потом играли в первой лиге, когда она была в Минске, проходила, которую вел младший Масляков. И вот потом постепенно начал заниматься стендапом. Слава Комиссаренко, участник стендапа на ТНТ, он начал в Нархозе, это БГУ, Институт Белорусский Государственный Экономический Университет, там начал делать вечеринки стендапа. Люди еще не понимали, что такое стендап, но на фоне того, что он тогда был в убойной лиге на ТНТ, все ходили посмотреть просто на чувака из телека, и он оказался крутым в этом жанре. Он, то есть, закрывал примерно минут 30 вечеринки, и потом я там где-то тоже был чуть-чуть. Макс, где, кроме КВНа, ты участвовал еще? В каких телепроектах? Ну, сразу же после КВНа был небольшой перерыв на написание шуток. И в какой-то момент был самый первый кастинг в Минске, Comedy Battle. Приезжали ребята с ТНТ. Кстати, там с Лехой и познакомились, наверное, на этом. А да. Нет, мы познакомились через год с тобой. Сначала ты я ездил дуэт, сначала ездил дуэтом год с парнем в 13-м году, а в 14-м вот еще раз пошел на следующий сезон, уже один со стендапом. И вот с Лехой мы там познакомились. А что Леша там делал? Леша ходил. Убирал! Я что-то тоже так подозреваю. Да, он, кстати, неплохо как чернорабочий еще. Он тут, знаешь, там тоже всегда помогает. Я смотрю, очень чисто здесь. Я подозревал, что Леха. Вода в кулере поменена. Да, парень разбирается. Квалифицирован очень сильно. Что делать, если люди не смеются? Это их дело. Подожди, Леша, подожди. Тебя это угнетает? Да я привык. У меня, сейчас очень много выступлений. Сейчас в Минске очень в последнее время много микрофонов. И раньше очень это сильно загоняло. И из-за того, что ты максимально долго не слышишь смех, ты начинал переживать что-то, подсыпаться, забывать текст, трястись. А сейчас просто стараюсь выбрать что-то, что зайдет. То есть просто нужно переждать как будто бы этот момент. То есть я спокойнее начал относиться к этому. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях стендап-комик Макс Заяц. Привет, ребята. Привет. Я только что пришел. Макс, мы вот разговаривали про фестиваль, международный, получается, да, в Москве был. Да, был один Беларусь как минимум, это уже международный фестиваль, получается. И казах. И там даже один американец был, по-моему. Один точно. Тогда с сильными международными. Да, чересчур. Я знаю, ты какую-то номинацию там выиграл, как лучший комик. Это было, да, я выиграл... В историческом жанре, да? В историческом, да. Я знал лучше всех историю Беларуси. ВКЛ! Крыширы, Драговичи, Радимичи, и россияне такие сидят, типа, что ты говоришь? Тебе смешное слово. Он лучший в этом. Я веселил, да, людей словом Кривичи. Да, это был не исторический жанр, это была номинация «Лучшая история». Там жанр есть такой сторителлинг, и вот я рассказал историю, и она оказалась лучшей, и вот все, я выиграл номинацию. Исторический жанр, все верно. Хорошо, да, это был исторический жанр. Мы не будем, да, Оля, говорить, что это немножко другое, но пускай. А приз какой был? Приз подарили наушники мне. Проводные?
Нет, не проводные. Очень круто, что наушники мне понадобятся. Мы в Минске делаем проект под названием «Импров Минск». Это проект в жанре импровизационного юмора, импровизационной комедии. И там мне нужны будут эти наушники. Потому что ты же был, ты же участвовал. Я даже в этой штуке участвовал. Мы надеваем гостю наушники, говорим какие-то условия, которые он должен угадать, и все. Ну, весело, кстати. Да, там весело. Там форматы, мы играем разные форматы. У нас там 4 человека, 4 актера. Импровизации. Мы играем форматы, которые мы могли видеть уже на ТНТ, которые ребята делают. Форматы есть, которые мы придумали сами, и из американских там импровизаций какие-то были заимствованы. Ну, сейчас вот проходит школа импровизации, которые делают, кстати, креативные продюсеры ТНТ. Вот именно проекты импровизации. Мы ездим туда в школу, там нас обучают, рассказывают, как играть правильно эти конкурсы, как с актерской точки зрения это все обыгрывать. Тот же сторителлинг, только уже в импровизации это немножко другое. То есть я рассказывал текстом историю, а там история играется двумя участниками. То есть из ничего вам дается какая-то локация, даются персонажи, и вы должны играть. Вот на вот, ходу. На ходу, да, эту историю. Ну, Леша к нам ходил, и я приглашаю зрителей всех к нам на Импров Минск. Я не знаю, когда это будет следующее, но она будет следить. Но там реально прикольно и весело. Макс, выступление каких комиков тебе интересно как зрителю? Братья Дроботенко. Вот эти группы СПБ, у них замечательные костюмы. Вот эти все песенки, да. Мне нравится, я на них рос. Елена Воробей. Понятно. Юрий Гальцев, а руки под пальтом, помнишь? Да я не знаю, что... Ну, я не особо-то смотрю, если честно. Почему? Дэйв Шапелл есть комик такой, американский. И он говорил, я не люблю смотреть других комиков, потому что... Смотреть, как какой-то комик выступает со стендапом, это как будто он спит с твоей девушкой. Ты смотришь и думаешь, ну, я бы сделал это лучше. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И у нас в гостях стендап-комик Макс Зайц. Макс, короче, мы для всех своих гостей готовим небольшие задания. Для тебя тоже подготовили. Готов ли ты? Да, конечно, готов, он денется. Наша передача, наши правила. Тебе нужно будет угадать, какую песню поют дети. Они невнятно поют. Ты должен будешь угадать песню исполнителя в исполнении, прости за тавтологию, ребенка. То есть как он ее слышит и понимает. А можно не простить, сказать? Я никогда тебя за это не прощу. Давайте попробуем. Итак, первое видео, поехали. Я знаю уже. Ты готов? Это дать? Ты в детстве? Это... Да. Да, это... Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты группа. Узнаешь, ты узнаешь. Ты... Группа? Да. Сектор Газ. Это группа Корни. Посмотрим правильный ответ. Молодец. Да. Получилось. Это было потрясающе. Невероятно. Давайте посмотрим следующее видео. Давайте. Будь так. Слуй. И что я тебя не люблю. А все? Да. Это я подозреваю Король и Шут в «Проклятый старый дом». Зачем ребенок так? Смотри, я тебя не люблю. Это Михаил. А, это главный твой плюс. А кто поет? Я тебя не люблю. Это главный мой. Лепс. Лепс. Правильный ответ. Правильный ответ. Не забудь. Что? При чем здесь я тебя не люблю? Я просто тебе вкинула информацию какую-то. Вот. Я думал, вот подсказываешь. Я думал, типа, можно подсказывать. Нет, нет, это тема белорусских «Незабудка». Я вижу, что это тема белорусских. Песня какая. Если не видели, да, как выглядит Тима без грима, вот. Это лейбл Kaufman вот сейчас, прям в студии их. Вот это люстра, я узнал, ее стаканчик с карандашами. Там есть песни. Давайте посмотрим следующее видео. Небеса, чаща, а твое счастье. Ну, по танцу это команда Мигеля. По песне «Небеса» я там услышал. Мое счастье. Мое счастье. Лась.
Лась. Лась. Ты... Небеса. Ты... Небеса, да? Твоя вина. Чего? Меладзе. Меладзе небеса. Давайте посмотрим правильный ответ. Ибица. Я услышал небеса. Да, это Филипп Киркоров, Николай Басков. Понимаешь, ребенок так слышит. Вместо Ибицы небеса. По-моему, даже лучше, чем... Я ждал тебе подсказку просто, да? Что ты скажешь в этот раз. Ты мне скажи, Оль, подскажи мне, я тебе подскажу. А можно так делать? Да. Давай на следующий посмотрим. Хорошо. Анна Сигалейс. Анна Сигалейс. А, это я знаю. Это Бейонсе. Single lady. I'm a single lady. Давайте посмотрим правильный ответ. I'm a single lady. I'm a single lady. Станцуешь с тобой? Да. Момент. Я так не умею, как ты? Мы с тобой в одной цитругами. Мы как... Значит, потом станцуем. Как в клипе сделать вот это. А вот так нет. Давайте посмотрим следующий. О, другой ребенок. Светка. Я бы подсказку послушал. Серьезно? Это очень хочется узнать. Давай еще раз послушаем. Да подожди, пускай. Нет, подожди, я услышал сердцеедка. Ну. И. Сердцеедка, значит. А кто исполняет данную композицию? Ее исполняет. Егор Крид, «Сердцеедка». Послушаем правильный ответ. Сердцеедка. Да. Молодец. Да, ну подсказка тоже знатная. Макс, ты большой молодец, справился почти идеально. Ты еще, смотри, поет, танцует, да? Кто, я? Да. Да? Да. Вы макраме, все это мое. Я получаю планшет? Да. Подарок. Это не мой. Нет, планшет ты не получаешь. Ты получаешь нашу похвалу. Вы смотрите телеканал ТНТ International. Мы снова в студии шоу «Подъем», и у нас в гостях стендап-комик Макс Заяц. Макс, как можно написать шутку хорошую? Что для этого надо сделать? Если б я знал, что нужно для этого сделать, наверное. Как ты пишешь шутки? Вот ты типа садишься, стоишь, тебе не снятся. Ну, приходит мысль, у него есть собака, Джинни, он ей рассказывает, если она виляет хвостом, то дальше он эту мысль развивает. Или не так? Нет, так, все правильно, индикатор работает. Ну, смотри, в основном все шутки — это что-то берется из жизни, где-то гиперболизируется, из попытки усмешнения этого всего с помощью каких-то сомнений, например, как было раньше, как сейчас. Короче, да, это тяжело. Я не знаю, как объяснить, как написать шутку. Нету этой формулы. Если бы кто-то мог это объяснить, то я думаю, что... Но ты же как-то пишешь эти шутки, допустим, ты готовишься куда-то поехать на какое-то выступление, тебе надо, например, написать там, ну, не знаю, там 20 шуток, да? А как ты вот садишься и думаешь... Мне кажется, это угнетает, да, человек, который... Мне кажется, если сесть с целью написать шутки, просто сесть, открыть блокнот или ноутбук и просто такой, я хочу написать шутки. Ну, есть люди, у которых это получается. Есть авторы, ну, вот в проектах телевизионных есть авторы, они могут прийти, реально открыть комп, к ним приходит... какой-то комик, и вот он говорит, у меня такая-то тема. Он кидает тему, и автор садится и пишет. Час, допустим, они работают. У меня я так не могу. Я не могу открыть, типа, сесть и писать. Я, допустим, у меня есть какая-то тема, я знаю примерно, про что я хочу сказать. Допустим, про то, что у меня собака разбежалась и дался головой в стену. Я такой думаю, ну, наверное, он тупой. Надо про это разогнать, что у меня самый тупой в мире пес. Типа, я начинаю гиперболизировать, что он настолько тупой, что вот бьется головой в стену постоянно. И потом смотрит на меня и говорит, я правильно живу? Ну, такое. Ну, короче, я в основном это делаю на ногах. Я встаю, начинаю что-то проговаривать и... Возможно, что-то придет. Возможно, не придет. Бывает такое, что вообще ничего неделями не приходит. Это тяжело. И начинают загоняться из-за этого. Макс, у нас есть для тебя ряд вопросов, но тебе нужно будет отвечать на них не больше 10 секунд. А то, затрынделись, да? Ну, такой маленький блиц. Любимый белорусский юморист. Слава Комиссаренко. В плане трудолюбия, упорства, это самый крутой чувак, которого я знаю. Кто тебе больше нравится, Виктор Коклюшкин или Геннадий Ветров? Коклюшкин нравится. Почему? У него голос смешной. Ну реально, он же реально смешнее. Мне намного больше он нравился, всегда я смотрел. Макс, что может вывести тебя из равновесия? Что-то? Что-то может наверняка. Это же не знаешь. Если ты знаешь, что тебя может вывести, то оно тебя вряд ли выведет, да? Это должно быть что-то неожиданное. Фильм или книга? И фильм, и книга.
смотря какие фильмы и книги. Лучший комедийный актер по твоей версии? Этот. Эдди Мёрфи и Эйс Вентура. Джим Керри. Джим Керри. Макс, ты прям отлично справился. Это было блестяще. Великолепно. Великолепно. Сейчас так с тобой ответили на 100 баллов. Потрясающе. Быстрые, яркие ответы. Ладно, Макс, я знаю, что у тебя есть какой-то подарок для наших телезрителей. Расскажи, пожалуйста, что за он? Да, это билеты на импровизацию, о которой мы говорили ранее. Это билеты на Импров Минск, которая будет проходить непонятно когда, но если она будет проходить, она будет очень смешной. Это 100 пудов. Ну, и это мероприятие, за которое я всегда уверен. В отличие от микрофонов, на которые я хожу. Там непонятно, но вот импровизация всегда хорошо получается. То есть, если будет, то тогда да? Да. Нет, билеты точно будут. Импровизация тоже будет. Я не знаю число пока. Точно она будет в октябре. Какого числа, непонятно. Поэтому вы пока давайте поучаствуйте в розыгрыше. Следите за информацией в инстаграме нашей программы, когда появится пост, на котором будет Макс. Естественно, там мы по нашим стандартным правилам разыграем билеты на импровизацию в Минске. Там уже будет указано число. Для этого вам нужно подписаться на инстаграм Макса, на инстаграм нашего шоу, оставить комментарий, мы случайным образом вычислим в ближайшее время победителя. Один комментарий, один человек, не забывайте. Макс, спасибо, что посетил нашу программу, было интересно пообщаться. А на самом деле я тебя вдвойне сегодня рад видеть, потому что, во-первых, я тебя давно не видел, а во-вторых, у нас с Олей наконец-то появятся выходные, о которых мы мечтаем 2 месяца уже. Уважаемые телезрители, знакомьтесь, это наш коллега, новый соведущий Макс Заяц. Завтра мы сюда не выходим. Макс, ищи себе напарницу, позвони соседям, поищи среди прохожих, залезь в контакт. Все, я пошел. Леша, а меня взять с собой? Пошли. Выходные. Побежали. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Оля, ты знаешь, мне очень нравится наша следующая рубрика. Я, Леша, не сомневалась, потому что тебе нравится смотреть, как течет вода, горит огонь, и кто-то вместо тебя работает. Оля, ты меня обижаешь. Мне самому интересно знать, как изменится мир в будущем. Что будет дальше? Летающие машины, виртуальные деньги, телепортация. Горячую воду летом на 2 недели не будут отключать. Это же пушка. Леш, давай вернемся в реальность. Тем более, кое-что из тобой перечисленного уже существует. Это я сейчас говорю про рубрику с Эдгардом Запашным. Телепортация. Доброе утро. Наша рубрика «Телепортация с Эдгардом Запашным», где я со своими гостями, известными белорусскими спортсменами, разговариваем о том, какой будет спорт в будущем. И погружаемся в виртуальную реальность. Я с большим удовольствием хочу представить вам героя нашей сегодняшней рубрики. Заслуженного мастера спорта, 12-кратного чемпиона мира по тайскому боксу Виталия Гуркова. Здравствуйте. Виталий. Привет. Ну а пока мы будем общаться, наш партнер Мята Лаунж приготовит для нас что-то вкусное и полезное. Ну, по вам сразу так и не скажешь, что 12 раз мир выигрывали. Ну, у меня один товарищ сказал, что если бы я тебя встретил в магазине, я бы никогда не подумал, что ты вообще каким-то спортом занимаешься, тем более какими-нибудь бойцовскими единоборствами. А я себя поймал на мысли, думаю, вот так вот действительно наступить на ногу тебе и думать, что ты сейчас выиграешь. Я бы сам извинился на самом деле. Я отошел бы в сторону, как показывает практика. На улице не деремся? Нет. Не, ну правда, было? Ну, конечно, я не знаю ни одного боксера, который бы не дрался на улице когда-либо. Вот. Ну, в последнее время я все конфликты как бы дипломатическим способом решаю. Виталий, ну вопрос, в принципе, уже прозвучал в моей подводке. А каким будет спорт в будущем? Вот если мы говорим, например, про тот же тайский бокс. Во-первых, есть очень серьезные перспективы, и это однажды свершится. У нас пока не олимпийский вид спорта, но он признан Олимпийским комитетом. Рано или поздно все-таки нас включат в олимпийскую программу, потому что сам спорт развивается колоссальными темпами.
и профессиональный, и любительский. Использование современных технологий может как-то отразиться на именно на этом виде спорта? Ну вот в футболе ввели систему VAR, да? Теперь мы за мячиком наблюдаем в буквальном смысле слова через компьютер. Ну а тайский бокс? Технологии могут повлиять именно на подготовку спортсмена. Потому что не то, что как бы на развитие, потому что было много разных предпосылок, изменений правил и так далее. Была и кнопочная система как бы судейства, но все-таки от этого всего отошли. Ну вот именно в подготовке есть возможность и ресурс как технического развития и методики тренировок. У меня детская психотравма, когда Иван Драго весь в датчиках, значит, готовился к бою с американским бойцом Рокки Бальбоа. Вот это сейчас есть? Такие технологии применяются? Вот на тебя вешают там датчики во время, не знаю, пробежек, не знаю, спарринга или нет? Ну, есть какие-то стабильные, да, уже проверенные методики, когда вычисляются какие-то биоритмы, нагрузки, какую тебе необходимо больше подтянуть сторону твоей подготовки, там, аэробную, анаэробную, силовую. Это, ну, как бы есть и всегда присутствует. Либо тебе, наоборот, нужно как бы больше уделить времени восстановлению. То есть на данный момент такие методики есть. А как ты относишься к киберспорту? Ну, играешь, стреляешь, бегаешь за кем-нибудь? Нет. На самом деле вообще как-то холодно отношусь к киберспорту и всевозможным там компьютерам, Xbox, приставкам вообще меня не тянет. Я не считаю это спортом, как бы. Не спорт, да? Да, я не считаю это спортом, во-первых. Хорошо, но все равно позволь мне попробовать сегодня, может быть, переубедить тебя, погрузить тебя в виртуальную реальность. Запросто. Попробуем. Мечтал в детстве там стать ковбоем, не знаю, там стрелять? Скорее индейцем. Индейцем? Да. Раньше были индейцы и ковбойцы. Да. Вот. Ну, я за индейцев всегда топил. Ну, у тебя есть возможность стать сегодня индейцем? Ну, я пока чувствую, что меня к матрице подключили. Так и есть. Ну что, погружаемся? Так вот, кто тут самый крутой ковбой? А это ты там? А ты меня видишь? А, это ты. Привет. Я тебя тоже вижу. Блин. Есть. А я знаешь, что сделал? Я пистолет наверх поднял. Да-да-да-да-да. Я что-то пошел ва-банк. Ты, главное, в рукопашную не иди. Блин, у меня ноги крутые, смотри. Давай. Я за камушком. Есть. В смысле? Знаешь, что было написано? Вас убил Эдгар. Правильно, так я, я красавец. Ну что? Это было круто. Я реально не хотел, чтобы ты в этот самый, как его, в рукопашку до меня полез. 1-1. Не, было классно очень. На самом деле увлекает, да. Можно, имея хорошую подготовку, можно зависнуть. А там можно даже и танцевать. А, ты так, да? Да. Ну что, как я и обещал, пока мы играли, вот наш партнер Мята Лаунж приготовил нам фруктово-освежающий лимонад Тики Киви. Кстати, вот хотел индейца, получи индейца. Пузатенький такой, нормальный. Ну давай. Ну что, какие у тебя эмоции? Как тебе игра? Не хотелось отключаться. То есть ты погрузился? Да, нужно, хотелось бы еще так, минут 20 до полного утомления. Ну ты прям, ты же реально, ты приседал, ты что-то там маневрировал. Да, ну, блин, классно, нужно было попробовать как бы каждое укрытие, спрятаться, как это все вообще работает. А такую штуку домой хотел бы? Да. Нам удалось. Давай пофантазируем. Как ты думаешь, вот такие технологии можно использовать в подготовке спортсмена? Если будет задача работы на реакцию, на быстроту именно реакции, то да. Но все равно, как бы, чаще всего играют роль именно морально-волевые качества спортсмена. Потому что если мы возьмем, к примеру, двух спортсменов, которые одинаково хорошо физически подготовлены, владеют одинаковым арсеналом ударов, и из них победит тот, у кого скорость движения будет равна скорости мысли. Виталий, спасибо тебе громадно, было очень приятно с тобой познакомиться. Дорогие друзья, гость нашей программы, заслуженный мастер спорта, 12-кратный чемпион мира по тайскому
боксу Виталий Гурков. А я передаю слово ведущим утреннего шоу «Подъем». Вот и подошел к концу наш сегодняшний эфир. Друзья, не пропустите следующий выпуск шоу «Подъем» уже завтра, 25 сентября, в среду. Вас здесь ждут наши новые соведущие. И, как всегда, вас ждут отличные гости. Вы послушаете хорошую музыку и посмотрите классные видеоролики. До скорой встречи, друзья! Увидимся! Пока!